Привет, друзья! На днях была на рынке и купила тонкое сало. Сало я, конечно же, использовала при приготовлении фарша, а шкура у меня осталась. И сегодня я приготовлю шикарную закуску из свиной шкуры. Итак, сало я отделяю максимально от шкуры, чтобы шкура была более тонкая. Далее шкурку промываю и отправляю в кастрюлю. Из специй сюда добавляю черный перец горошком, 3 зубчика чеснока, при желании сюда можно добавить 1 среднюю луковицу. Всыпаю 1 столовую ложку соли, вливаю 2 литра холодной воды. Далее кастрюлю накрываю крышкой, включаю нагрев плиты и под крышкой варю свиную шкурку ровно 1,5 часа. Пока готовится и варится свиная шкурка, я подготовлю следующие ингредиенты. Друзья, а все ингредиенты и их количество будут прописаны под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. На терке для корейской моркови натираю 1 среднюю морковь. Далее тонкой соломкой нарезаю болгарский перец. Тонкими перьями нарезаю 1 среднюю луковицу. Из зелени я сегодня возьму кинзу. Кинза сюда подходит идеально. Нарезаю кинзу. По вкусу нарезаю красный острый перец. Друзья, если у вас нет свежего перца, возьмите красный молотый. Прошло 1,5 часа, свиная шкурка полностью сварилась, и она стала мягкая. Далее я ее вынимаю из кастрюли на тарелку. Тарелку оставляю на кухонном столе, чтобы шкурка полностью остыла. После этого я ее нарезаю полосками, а далее соломкой. Делается это очень просто и быстро. Все ингредиенты я подготовила, а теперь беру большой салатник и начинаю все соединять. В салатник отправляю шкурку свиную, репчатый лук, тертую морковь, острый перец и болгарский перец. Из зелени добавляю кинзу. Добавлю 4 зубчика чеснока, его пропустила через пресс. 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки, 1 чайную ложку молотого кориандра. Вливаю 1 столовую ложку соевого соуса, 1 чайную ложку 70% уксусной кислоты и 30 мл растительного масла. Друзья, соль добавляем сюда по вкусу. Все хорошо перемешиваем и готовую закуску отправляем в холодильник на 3-4 часа. Только после этого выкладываем ее на тарелку, сверху посыпаем обжаренным кунжутом и подаем к столу. Как видите, друзья, все готовится очень просто и быстро. И, кстати, эта закуска очень вкусная, но и очень бюджетная. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также готовьте, как я, готовьте лучше меня. Друзья, подписывайтесь на Дзен канал и встретимся с вами в следующем видео. Всем пока!